вы стали участником программы «Коловадо Фест». И в ближайшие 2 недели вам предстоит преобразиться внешне и внутренне. Ровно через 14 дней вас ждет смена пищевых привычек, снижение веса, улучшение качества кожи, потери тяги к сахару и алкоголю, прилив энергии и, как следствие, совершенно новый взгляд на жизнь. И не забывайте, главное в программе – это круглосуточная онлайн-поддержка. В специальной группе вы всегда сможете обсудить любые вопросы как с куратором, так и с другими участниками программы. А также вы будете получать эксклюзивные материалы, статьи о здоровом образе жизни и видео о питании и фитнесе. Вы получили все необходимое. Коловадо Пак. Внутри пакета все основные продукты, которые помогут пройти программу. Итак, Коловадо Пак – это набор из 3 биоактивных продуктов для очищения организма. Коловадо – совокупность натуральных продуктов, которая осуществляет эффективное и безопасное очищение организма. Корал Пробиотик – это пробиотики, обеспечивающие оздоровление кишечника за счет восстановления его полезной микрофлоры. Обратите внимание, пробиотики нужно хранить в холодильнике. Coral Mine – порошок из глубоководного коралла, который улучшает качество воды, обогащая ее полезными минералами. Очень важно на протяжении всей программы пить достаточное количество воды – 1,5-2 литра в день. И вся вода должна быть минерализована с помощью Coral Mine. Первый этап программы входит 14 пакетов номер 1, по 10 таблеток и капсул в каждом. Принимаем по 1 пакету 2 раза в день, утром и вечером с приемом пищи. Продолжительность приема 7 дней. На этом этапе происходит подготовка к очищению. Организм обеспечивается питательными веществами, нормализуется работа кишечника. Во второй этап входит 8 пакетов номер 2. По 8 таблеток и капсул, а также 16 пакетов порошка Коловадо Микс. Принимаем по 1 пакету таблеток 2 раза в день, утром и вечером. А порошок Коловадо Микс принимаем 4 раза в день. Перед применением содержимое пакетов взбалтываем в шейкере с холодной водой или соком. Сразу выпиваем и запиваем еще одним стаканом жидкости. На этом этапе не употребляйте ни твердую, ни жидкую пищу, за исключением соков, легких травяных чаев или воды. Порошок в организме будет набухать, и вы не будете ощущать чувство голода. Обратите внимание, порошок Коловадо Микс нужно принимать не раньше, чем через 1,5 часа после приема таблеток. Порошок Коловадо Микс – это основной компонент программы. Он является не только источником пищевых волокон, но и выводит токсичные вещества из кишечника. Третий этап программы входит 6 пакетов номер 3, по 8 таблеток и капсул. Принимаем по 1 пакету 2 раза в день, утром и вечером с приемом пищи. На этом этапе происходит восстановление нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Чтобы дать возможность пищеварительной системе постепенно возобновить нормальную работу, с 12 по 14 день предпочтительно употреблять только сырые или слегка подвергшиеся термической обработке овощи. Содержащие белок продукты, такие как яйца, мясо, сыр, возвращать в рацион постепенно и только маленькими порциями, начиная с 13 дня. Начиная с 12 дня принимаем Coral Probiotic по 2 капсулы за 20 минут до каждого приема пищи. Пробиотики обеспечивают эффективное оздоровление кишечника за счет восстановления его полезной микрофлоры. Во время прохождения программы Коловадо Фест режим питания и меню очень важны. Подробную схему питания вы найдете в личном кабинете на сайте коловадофест.com. И помните, вода важнее еды. Не забывайте пить побольше воды, 1,5-2 литра в день. Вы решили преобразить себя, а значит, вы верите в себя. А мы верим в вас. Что может быть важнее для успеха? Давайте пройдем программу Коловадо Фест вместе.